Пожалуй, только ленивый автомобилист сегодня не ругает чебоксарские дороги. Свежие ямы, выбоины и трещины. Все это результат резких температурных перепадов. Городские службы приступили к экстренному ремонту дорог. Их рабочий день начинается ранним утром и заканчивается с наступлением ночи. Работать приходится и в снег, и в слякоть. План необходимо выполнить, а лучше перевыполнить. На кону безопасность автомобилистов. Ненормативно считается выбоина размером 15 на 60 сантиметров, глубиной 5 сантиметров. По результатам обследования порядка 3500 квадратных метров требуется осуществить ямочный ремонт в городе Чебоксары. За смену одна бригада выполняет порядка 20-25 квадратных метров. Ну, где-то 50 квадратных метров в среднем мы выполняем за смену. Сейчас мы будем переводить бригады на круглосуточный режим работы. Латание дыр в асфальте можно сравнить с пломбированием зуба. Сначала яму очищают, осушают и только потом заливают литым асфальтобетоном. Опыт других городов показывает, что держится он лучше обычного. Хорошо, если будет стоять лет 5, должен стоять. Трамбовать ничего не надо, он сам себе потрамбуется. Он ляжет хорошо, прилипает. Свойство такое, что можно и ложить дождь, и асфальт, ну, снег. Как поведет себя новое покрытие в эксплуатации, покажет время. Но мы с вами это обязательно увидим. Дарина Игнатьева, Олег Никимов, Республика.